Постановление судей о признании мер пресечения должно быть законным, обоснованным, мотивированным. В нем должно быть обязано указано, почему в отношении конкретного лица не может быть применена более мягкая мера пресечения. Единственный результат исследования конкретных обстоятельств, подтверждающих натуральные данные мер пресечения, и доказательства, подтверждающих наличие этих обстоятельств. При этом постановление судей Тихоновой 26 июля 2024 таких обстоятельств и доказательств не приведено ни одного. Она полагает, что обвиняемый может вновь скрыться от следствия суда или любым иным способом препятствовать производству уголовного дела. Довод о том, что вновь скрыться может Рахматуллина, непонятно, с чем был приведен, поскольку он никогда не скрывался, а объяснение от него было отобрано непосредственно после совершения ДТП, после чего он находился в больнице, где были проводились следственные действия. И, кроме того, на протяжении первых 3 дней после возбуждения уголовного дела в отношении Рахматуллина мера пресечения не избиралась. Кроме того, до просто препятствия производства по уголовному делу также не понятен. Вина Рахматуллина признана полным обвинением, что подтверждено в 3 его допросах и объяснениях, активно сотрудничает со следствием, приносит извинения, как уже говорилось, перед потерпевшими. Поэтому, кроме того, как он сможет воспрепятствовать следствию, находясь под домашним арестом? Это же в этом случае разница между нахождением в СИЗО и под домашним арестом не отсутствует, поскольку у него не будет связи, он не будет общаться ни с участниками уголовного дела, ни каким-то другим способом не сможет воспрепятствовать по уголовному делу, производству. И последний довод – это тяжесть преступления, которым является мой защитник. Напомню, что это преступление относится к категории средней тяжести, это еще является неосторожным преступлением. Напомню, что законодательство по данной категории уголовных дел поставило возможность по прекращению уголовного дела как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания в связи с примирением сторон. Поэтому, учитывая, что Рахматуллин принес извинения от потерпевших претензий не имеется, единственный на тот момент, когда, насколько нам известно, была признана потерпевшей Мартынова на момент избрания мер пресечения, которая в ходе судебного заседания и как устно, так и письменно, и представитель потерпевшего Андреева также пояснили, что претензий к Рахматуллину не имеется. Кроме того, Мартынова обжаловала решение суда об избрании такой строгой меры пресечения, поэтому полагаю, что обоснование тяжести преступления также невозможно избрание данной строгой меры пресечения. Кроме того, в ходе процесса с постановлением суда Октябрьского района указано, что Рахматуллин характеризуется только положительно, обучался в УЗИ, уголовной административной ответственности не привлекался, имеет регистрацию на строительство в городе Саратов. А как это у вас все? Да. Присаживайтесь. Мы слушаем заявление обвиняемого Рахматуллина. Ваша честь, прошу выслушать меня. Все, скажите, я был Василий Гарриц, приезжего. Я всегда уже не отвечаю за своего слушания. Мы просто с моими друзьями оказались не по месту, не по времени. Моя семья всячески поддерживает связь с семьей погибших и страдавших. И родители, как я понимаю, прямо с ней. Я готов к показаниям, попрошу вас логически от всего сердца и увидеть своих родных и провести оставшееся время. Все? Да. Является законным, обоснованным, мотивированным, соответствует требованиям части 4 статьи 7 Уголовного кодекса Российской Федерации. Меры пресечения и заключения по страху издана на основании соответствующего ходатайства следствия, заявленного на соблюдение требований закона, требований и нарушений Уголовного закона, а также прав обвиняемого не допущено. Органам следствия представлены доказательства, подтверждающие наличие оснований для осуществления уголовного преследования Рахматуллина и обоснованности его подозрения в сопричастности к совершению применимого ему преступления. Сведения о том, что сроки инстанции Епени принимает перед обозначенными правовыми фактически обстоятельств не имеется. Полагаю, что вопреки доводам жалоб всем обстоятельствам и данным наличности обвиняемого данного надлежащей оценки судом при избрании меры пресечения, учитывая тяжесть преступления, совершения которого он обвиняется, его повышенную общественную опасность, направленность против безопасности дорожного движения, результатом которого явилась смерть двоих лиц и заключение интересных привлечений на ум, терпевшему, полагаю, что суда первой инстанции отсутствует основания для избрания ему
именно мотивировано заключение свободы без прещения, чем заключение подстражи. Какие основания установлены и данные судебных заседаний? Если заболевание, препятствующего совершению подстражи, не установлено, нарушение требований закона, прикущий безусловно отмену, либо изменение судебного акта, судом первой инстанции не допущено. В связи с чем прошу постановление суда стоит изменение, электронный жалоба, без избавления. Саратовский областной суд заставит председателя заключить судебных коллегов по уголовному телефону при помощнике судьи Иванова, заключительный прокурор Михайлова. Адвокат Писарева, обвиняемый Макулин, рассмотрел факты судебного состояния дела по апелляционной жалобе адвоката Писарева. И апелляционная жалоба потерпевшего Артынова в интересах обвиняемого прокуратуры на постановление Октябрьского районного суда города Саратова 26 июля 2024 года постановил постановление Октябрьского районного суда города Саратова 26 июля 2024 года, которое Рахматуллина Амбира Кутлина Ключа избрана мера пресечения и заключения по граждан оставил без изменения апелляционной жалобы без удовлетворения. Настоящее апелляционное постановление может быть обжаловано в первый конституционный суд общей юрисдикции по порядку номер 2473 МВД, а также изъятие права на направление протокола и аудио записи судебного заседания, а также замечание на данный протокол в течение двух суток с момента направления данного протокола. На этом судебное заседание.